Экосфера представляет вашему вниманию обзор теслометра ТПМ-250, являющийся измерителем постоянного и переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц. ТПМ-250 – единственный комбинированный измеритель постоянного и переменного магнитного поля 50 Гц, наиболее полно отвечающий требованиям таких документов, как приказ номер 1034, приказ Минтруда 33Н, Санпин 3359 и утвержденный Минтрудом методика выполнения измерений. ТПМ, внесен в Госреестр Российской Федерации, межповерхностный интервал составляет 1 год. Комплект поставки включает в себя теслометр, 2 измерительных зонда, зарядное устройство, сумка, диск с программным обеспечением, документация, свидетельство о поверке. Чувствительными элементами теслометра ТПМ-250 являются два зонда типа 1 и типа 2. Технические характеристики, обеспечиваемые зондом типа 1, представлены на экране. Подключение зонда обеспечивается на верхней торцевой части индикаторного блока. Технические характеристики зонда типа 2 представлены на экране. Питание и заряд аккумуляторов теслометра ТПМ-250 осуществляется от сети 220 вольт через зарядное устройство типа USB. Органы управления теслометром ТПМ-250 расположены на лицевой части индикаторного блока. На экране представлена демонстрация индикации напряженности переменного магнитного поля 50 Гц. Единица измерения в данном случае выступала единица РСТЭД. Выбор режимов измерения осуществляется нажатием соответствующей клавиши на индикаторном блоке. ТПМ-250 имеет возможность вывода результатов измерений в теслах и амперометр, что требуется Минтрудом, а также в единицах Гаусс, РСТЭД и ампер на сантиметр. Теслометр имеет возможность записи данных в память ТПМ-250. Более подробно ознакомиться и разместить заказ на поставку ТПМ-250 вы можете на нашем сайте www.eqsf.ru.